Привет, друзья! Сегодня наши 3 минуты французского будут про мебель. Это моя комната. Да, про мебель, которую мы еще не сделали. И вот мы здесь в спальне. Вообще-то мы в Икее. Это моя комната. Мы все время в магазине Икеи. Ну хорошо, это твоя комната. И сейчас мы узнаем, как по-французски кровать. Ани. Ну, Алис тоже скачет по кровати. Алис сегодня решила позавтракать в постели. Вот так. А маме кофе. Спасибо. Так вкусно. Перемного ли пьешь кофе? Это сахарница, из нее сахар сыпят. У нас тут завтрак в постели, Жюстин, смотри. Это у нас комод, ну комод мы уже проходили. Иди посмотри, я в шкафу, может что-то есть. Жюстин, как по-французски шкаф? Une armoire. Алис меряет туфли. О, ты нашла второй туфель. Ну и как, подходят тебе? Большевато немножко. Это тебе. Ой, какие красивые шарики. Это украшение. Осторожно, не поломай. Алиса, вот эти туфли ты не хочешь померить? Смотри, какие. Какая у нас дама на каблуках. Осторожно, дама. Вот это да. Давай, меня. Вот еще одна дама. Замечательно. Я поняла. И сумочку еще, да? Да, красиво. Зеркало. Жюстин, как зеркало? Сюда теперь, пожалуйста. Амирла. Это что за спящая красавица здесь у нас? А? Посмотри. Спящая красавица. Ну точно Машенька и медведь. Вернее, Машенька и три медведя. Полежала на большой кровати, потом легла в маленькую и заснула. Да? Вот так. А потом я делала медведь. А медведь пришел. О, спал в моей кровати. Убегай, Машенька, убегай. Ну ты что придумала? Ну-ка, эй, она уже в ванной, но это же надо. Жюстин, как по-французски ванна? Амба. Вот уже Алис здесь вовсю берет ванну. Ну все, пойдем дальше. Ой, она стирает. Ты моя умница, как стирает. Хорошо, посмотри, Жюстин. Белье положила стирать. Вот какая помощница. Так. И включить. Вот молодец. Все стирается. Наш сегодняшний урок подошел к концу. Пока, друзья. Всем пока, друзья. Пока.